2016 году мне пришла информация о так называемом диске или катушке Мишина. Это парень, физик, он разработал прибор, физиоприбор, который сочетает в себе катушку Тесла, вот намотанную двойным, это бифиляром, будем говорить, двойным проводом, так? И соединил ее с генератором синуса, который с частотой 300-400 кГц, это средневолновый диапазон по большому счету. Я слышу. И что произошло? Что когда я намотал в апреле месяце 2016 года, прибежав сюда, вот в свой сюда зал, намотал себе эту катушку, и у меня болела спина, я приложил ее к спине. В течение 3 минут я начинал, ощущение было такое, что боль проходит, а через 5 минут она у меня прошла. Я был в шоке просто. Настолько это быстро произошло. Потом, значит, я, соответственно, много там слушал его, Александра, потом, значит, смотрел ребят, которые дубликаты делали, то есть повторяли эти вещи. И в конце концов, значит, я очень плотно занимался, и не с целью, можно сказать, коммерции, а с целью того, чтобы, значит, понять вообще принцип действия этих катушек. Было очень много модификаций, было очень много экспериментов всяких различных. Что мы для себя уяснили? Что первое, она, во-первых, сильно очень воздействует на растения. То есть на проращивание семян она воздействовала катушка. Быстро очень начинали проращиваться семена. Раз. Второе, когда мы посмотрели на структуру, не то что посмотрели, а попробовали воду до воздействия этой катушкой и после воздействия, вода меняла свой вкус. То есть там менялся pH однозначно, мы мерили это дело. И это тоже было интересно. Как Мишин говорил, что разбиваются кластеры, то есть крупные молекулы воды, и она меняет свои вкусовые качества, снимается. Становится более текучей, да? Информационная составляющая с воды сдергивается. Вот, это, то есть, вон она как. Вон она, то есть стирается информация, которая всякой полно, когда она проходит. Через трубы хотя бы, да? Это один момент. Второе, мы что сделали? Когда мы проверяли кровь до воздействия и после воздействия, мы увидели следующее. Под электронным микроскопом рассматривали кровь. Где вы его взяли? А у меня есть товарищ, который занимается. Это, ты, может, его тоже знаешь, это этот самый... Александр Сергеевич Кручинин. Что-то он разработчик, один из разработчиков Деноса. Деноса мы знаем. Да. И, вот мерили, смотрели кровь, когда до воздействия она такая, кластеры вот эти вот, из вот этих брикетики-то, из... красных кровеносных. Эритроциты. Да, они такими столбиками. И после того, как мы в течение 10 минут катушкой воздействовали, у них текучесть крови возрастала просто колоссально. Там кластеров этих практически не было. То есть я, по-моему, у вас тут познакомился с этим, который водичку продает. Да. Там принцип-то тут вот. На электронном микрофоне. Дальше больше. Значит, я стал экспериментировать. Я вам говорил уже, что когда резал палец, то же самое. У меня был момент, когда заживление тканей происходило колоссально быстро. Я был тоже поражен. Вопросы ушибов, там порезов, вопросы спазмов и так далее, они снимались довольно быстро. Значит, я дальше пошел и стал, как говорится, к этому генератору еще... применил модуляцию. Но это тоже не моя идея, в принципе. Но я решил воздействовать на вот это синусоидальное, вернее, статическое поле, еще и наложить модуляцию лечебных вот этих музык всяких. Экспериментировали. Колоссальное воздействие идет. Тоже, но я не буду там опять в эзотерику уходить. У меня Люба, у нее совершился выход из тела. То есть она... во время того, как музыка вот этой вот на себя воздействовала, слетала к своим дочкам, к одной, к нашим дочкам, к Лиде, и это сами увидела. Время было уже 1:00 ночи, я говорю, ты что делаешь, может, они там любовью занимались. Вот такое было. И они точно подтвердили то, что они там это самое делали в тот момент. Я
Какие модификации? Сейчас, конечно, Александр Мишин там совместно там с самарскими этими самыми ребятами, они запатентовали свой вид прибора, они его как физиоприбор и назвали его, ну, как это называется, в общем, короче, у них есть, но модификации, поскольку гуляют в интернете колоссальное количество, и у меня есть одна из модификаций, это вот такая вот простая, вот сюда просто источник 5 вольт подводится, все, вот это, и здесь сюда все встроено уже. Вот такая штука. То есть просто подключается сюда 5 вольт и все дела. Вот. Ты с зарядным точно так же можешь комплектовать? Так оно вот так и есть. Вот зарядная. Зарядная вот обычная это. Что же этого самого для телефона. Да. Вот смотрите, что получается. Вот такая вот, такой вот шнурок USB. С USB-шным разъемом. А здесь только вот, что, вот сюда. Я ее так вот включаю. И в источник 5 вольт, вот, берем любой пауэрбанк. Пауэрбанк, да. Воткнули. Вот. Пошла работать. И мы сейчас ее просто... То есть ты можешь здесь сейчас вот это все с проводком, без пауэрбанка, без вот такого подарить? Да, 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 да. Я сейчас... У меня где это? Вот, вы видите, он работает уже. А, вон она. То есть идет статика вот здесь. Ну-ка еще разок. Ну, это индикатор статического поля. Ага. Вот. Так, вот она. Вот получается, что к любому источнику 5 вольт, пожалуйста, подключил, пользуйся, где угодно. Вот, это раз. Но это такая самая простая модификация. И последняя разработка, это я вот сделал вот сюда вот впихнул. Вот сюда впихнул. Здесь у меня и генератор. Здесь у меня собран модулятор, здесь собран преобразователь напряжения, здесь собран MP3-плеер, сюда напичкал тут кучу. Уже мелодии. И, значит, таймер воткнул сюда, все, вот в это вот и самое. И получается, вот сейчас, вот если ничего не подключено, он верещит. Мы подключаем туда, вот при помощи обыкновенного шнура, подключаем катушку. Включаем сюда, вот. Включаем и настраиваем резонанс по максимальному свечению вот этого вот зелененького. Там. А резонанс, он что резонанс? Чего резонанс? Резонанс катушки, то есть она как составляющая часть вот выходного контура данного генератора. И в результате, когда она входит в резонанс, здесь образуется как раз электростатика с элементом имплозии. Имплозии так называемой. То есть она вот уже есть, да? Это самое. Вот. Что дает? Вот она так, и два типа, два режима здесь работы у этого прибора. Это здесь прямоугольный импульс. Ничего идет не говорит. На выходе, ну так называемый меандр. Ага. Вот, чем меандр от синуса? Да. И синусоидальный импульс. Вот синус, чистый синус здесь идет. Вот мы его опять в резонанс настроили. А что полезнее, или и то, и другое? Значит, синус, он более мягкий. Он более, как говорится, толерантный, он работает, воздействует очень мягко на это, да, на организм. Вот. А меандр, к нему нет практически привыкания, и он работает довольно жестковато, но очень эффективно. Ну, реально эффективно. То есть, если какая-то быстрая проблема, которую надо решить, на меандре он работает довольно жестко. Вот. В синусе дальше больше, чем я сюда вшуровал. Здесь, во-первых, встроенный таймер, он отрабатывает порядка 25 минут, и потом отключается. Вот здесь плеер собран. Молодец. Я включаю, допустим, вот, включил плеер, пошел трек. И вот здесь пошла эта самая сразу индикация, то, что идет модуляция. Амплитудная модуляция выходного сигнала. Чистая, передатчик, можно сказать. Вот. И он, вот слышно, как работает здесь? Да, это мозг-то этот, который приводит к альфа, что ли? Но он, нет, это, допустим, вот лечебная музыка, вернее, лечебные сигналы, которые применяются при различных заболеваниях. У меня ссылки вот это есть. Это самый сигнал? Вот, у тебя ссылки есть, ты сюда это закачал. Один из треков, допустим, может, вот если включить динамик, я сюда еще динамик встроил. Вот, вот включаем, и слышно. Вот его. Он можно послушать это прямо. Слышно? Нет, вот. Такой. А, еще и волновое, что ли? Да, вот слышишь. Гудит. А теперь смотри, я трек сейчас.
поменяем. Вот. Это динамик. И вот так он модулируется сигнал. Я можно осциллограф включить и показать это. Но это я не буду сейчас пока делать. Динамик я на всякий случай отключаю. Он нам не нужен. А внешний динамик можно сюда подключать? Вот он мне... Нет. А зачем он встроенный? Качество. А тебе что это надо? Даст. Но у нас весь смысл... Наушники хочу. Пожалуйста, ты можешь подключаться сюда. Ну, вот здесь... Нет, я как вариант. Следующий момент. Вот треки мы меняем. Следующий трек, то есть различного типа сигналы идут. Вот. Я следующий могу вот здесь при помощи этого менять. Вот. И так далее. То есть. Вот сейчас вот. Вот такие. И эти сигналы, они воздействуют уже совместно с этим полем катушки на организм. И воздействие колоссальнейшее. Очень колоссальное. И эффективное. Это спазмы, боли и так далее, это воспаление и все прочее. Вот. Что еще у этого самого, ну, такого необычного? Когда, допустим, пропал сигнал, ну, то есть, ну, провод, она начинает верещать. Угу. Пропал. И сразу горит здесь. То есть, как только мы подключаем опять нашу катушку, все, опять восстановилась связь, да. И все. Когда закончится время, он начинает верещать. Так, мы по кругу ходим, я извиняюсь. Все. Можно тебя... Это? Все, так нет, я уже не по кругу, я сказал, что отключается, когда. Да, да, да. Все. Чтобы выключить его, если принудительно, просто тумблер вниз и все дела. Вот здесь есть гнездо, если можно вот обыкновенное от гаджета, от своего, допустим, от смартфона, сюда вот воткнуться. Вот. И уже не минуя вот встроенный MP3-плеер, можно сюда загнать сигнал, какой тебе надо. И модулировать. В смысле песню? Песню, да. Любую. Но модулируется только лишь синусоидальный сигнал. Меандр не модулируется. Вот так. То есть вот это вот выбор. Ну, ты, конечно, не останавливаешься на достигнутом. Не, я это самое. Вот, Геннадий Петрович, я вам хочу сделать подарок. Ну, мы будем считать, что мы с тобой делаем подарок. Вот. Сюда входит вот этот прибор. Я вам сброшу на вашу этот самый инструкцию. Скину, чтобы у вас было. Даже видео скину, потому что я наговаривал там еще видео, как работать с этим прибором. Вот. Вот эта катушечка, которую прикладываете тут в любое... проблемному месту. В любое гнездо можно включать. Угу. Без разницы, она будет работать. Вот. И при... к проблемному месту. То же самое, как минут и куда, 20, да, не больше. Она сама отключит. Угу. Вот. Прикладывайте, передоза не будет. На всякий случай, поначалу вы прикладываете, потом после сеанса, на правую, левую почку по 5 минут, чтобы разгрузить почки. Потому что очень много будет всякой заразы выкидываться из организма. Она разрушает, разрушает вихревые кольцевые структуры, по большому счету. Это те, которые инородные. Вот. Во благо. Благодарю. Вот, я сюда вам кладу. Зарядник. И... А, заряжать. Вот. Здесь же аккумулятор. Вот здесь вот так вот. Включаю. Аккумулятор есть, да? Да, тут аккумулятор вот включаю. И в это, в зарядное устройство. И все недолго. Вот. Какую? В 220? Вот, 220. Это 220, да. Либо в компьютер. И вот здесь вот горит красный индикатор. Когда что пошла погаснет, зарядка. Когда погаснет, синеньким тогда загорится. Тогда все. Синеньким загорится, тогда зарядилось. Теперь следующее. Я сброшу эти самые файлы лечебные, там вы уже выбирать можно будет. Что можно делать? Вот здесь, вот, микро-CD, карта. Вот на нее вы можете писать что угодно. То есть, что душе... Например, есть проблема с там простатит. Ага. Да. И вы, да. А, так у вас уже программа на простатит есть, допустим. Да, там не, уме... не моя. Они есть в интернете. А, вон она. Я просто их наложил на вот этот сигнал. Угу. И все. И получается, что. Но воздействие абсолютно другое, я говорю, что чувствуется очень интересное взаимодействие. Я себе воздействовал на варикоз, на вену расширенную. Ага, и как? И что? И она стала уходить у меня. Она... Хорошо. Вот. Хорошо. Вот эта вещь, это вам от нас благодарю. Такого в мире нету. Это вот только